Здарова всем, кто смотрит меня, всем, кто зашел на мой канал Турбоёжик с вами. Проходим зомби, игру про зомби. И нам нужно найти лекарство. Вот такая у нас эпичная миссия. Куда-то там написано, в какой-то детский садик нужно идти. Давайте проверим наше снаряжение. Кстати, у меня хпшечка отреслась, это классно. Всякой хрени у меня полно. У меня, кстати, патронов нету, я не знаю, чем отбиваться буду. Аптечка есть, вот. Так, рюкзак, два патрона. Вообще жесть. Я не знаю, чем отбиваться. Так, надо всякую хрень скинуть. Рюкзак. Что-то оружие у меня дофига, толку от них нету. Опа, сразу патроны захерачил. В пистолет. Гранаты есть, коктейль молотов. Раз, два, три, четыре штуки аж. Охереть. Так, это мне не нужно, зажигательная гранатка мне не нужна. Калаш вот выручает, конечно. В принципе, больше ничего нормального у меня и нету. Ладно. Так, куда нам идти? Откуда я пришел? Что здесь у нас, шкаф? Может, что есть? Закрою. Калаш, конечно, да, тащит. Винторез. Калашик. Возьму калашик. Ну что, давайте выходим и погнали. Убежище, рынок, нам вот сюда вот нужно. Поехали. Бэконфилд какой-то. Сейчас будем искать с вами детский сад. И, наверное, там как раз будет у нас лекарство, которым мы, в принципе, должны, по идее, обменять на топливо. Так, куда нам идти? Вот сюда вот. Как же темно. Найти лекарство для Викрама. Вот такая вот у нас миссия. Так, нам нужно как-то отсюда выйти. А как? Ага. Вот сюда. Так, потушим. И что у нас здесь? Карабкаться. Я могу сюда залезть даже. Ух, нихера себе. Давайте посмотрим. Так, патронов на калаш, конечно, у меня тоже маловато. О, блин. Ну-ка. Вот же хрень. Вороны. Нахер они мне нужны? Распределительный блок камер. Так, там этот мудак стоит, который швыряется всякой хренью. Я так, кстати, не нашел, как увеличивать, на чё. Хер его знает. Так, нет, это не то. Может, нажимать на что-то надо? Без понятия, кстати, на чё. Как увеличивать, непонятно. Ладно, хер с ним. И можно пройти вон через ту дверь, кажется. Открыть. Тут что-то тоже есть. Ну-ка посмотрим. Это спуск вниз. Нет, мне вниз не надо. Нам нужно... Во, блин. Закрыть. А, чё, погнали тогда, раз такое дело. Хер ли делать, правильно? Открыть. А у меня открыто здесь? Заело. Не моя проблема. Чего? Зачем вообще открывать эту дверь, если не хочешь умирать? В смысле? Вот сейчас не понял вообще. Паскуда. Ага, мимо, иди сюда. А если по этой бочке стрельну, когда он будет близко? Он загорится, нет? Да ты косой, паскуда, иди сюда быстрее. На. Гори, падали. Вот ты мразь. Пошел нахер, я без аптечки пошел. Нормально. Все путем. Все, патроны кончились. Это еще кто? Какая-то толстая мразина. На, мразь! Ой, этот обгорел вообще. Так, что у нас здесь? Пистолет! Кстати, можно пистолет поставить уже на кнопочку. На четверку, херли, больше ничего нету у меня. Так, четверка. Аптечки нету. Хорошо, хоть здоровье резнулось. Так, перезаряжай. Когда бежит, кстати, он не перезаряжает почему-то, не знаю почему. Чё, обыщем еще, посмотрим. И нам вон туда вон. Погнали. Здесь мы с вами уже были, кстати говоря. Так, сюда можно попасть, да? Чё за мбак? Там какая-то будка есть. А где бита моя? Вот она, лапта. Иди сюда, мистер зомби. Получи.
Это привет от ежика. А где эта тварь? А, вот он. На тебе. Ну что ты орешь? Умри, падаль. Что-то я его в кусты загнал, не видно даже. Выходи, выходи, браток. Ну иди сюда. Ты куда? Сдохни уже. Надо точно по башке попадать. Иначе он ни хера не сдохнет. Получи. Все, молодец. Закрыто. Я рад. Я так рад, что у меня есть ты. Моя лапта, которой я вставляю люлей зомбакам. Что валяется? Посмотрим. Ну, блин, коктейль Молотова. Нахер бы он мне сдался. Уже патронов бы дали. Так, что за будка? А, дверь с магнитным замком. Ой-ой-ой, взламывает. Письма Ди. Необходим пропуск. О, блин, откуда мне его взять-то? Какого хера, мужик? Так, у меня пропуска нету, отлично просто. Ясненько. Что-то валяется. И нам вон туда, вон. Погнали. Так, сейчас возьму там... А, это ворона. А если ворону убить? Жрачка будет, да? Не-не-не-не, не буду брать, погнали. Так, просматриваем. Дверька закрыта. Что у меня там с патронами? Карабин есть, калашик. Можно карабин взять пока что на двойку. Так, на двойку у меня калаш, на тройку тогда. Так, здесь у нас что? О, блин. Ой-о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 й. Там кто-то есть, кстати. Пошел ты нахер. Ползет, паскуда. Ну пошли, что ж теперь делать? Иди сюда. Дай с одного удара. Не, не с одного, а вот так вот. А теперь с одного. Проскользнуть. А зачем мне сюда? Так, с баррикады стоят, но разбить я не могу. Куда я попал? Олень дохлый. Наверное, здесь ничего и нету. Что-то валяется, в принципе. Но нам надо в то помещение идти. Это ворона. На тебе, падаль. Ух ты, ё! Зомбак. Надеюсь, в нем что-то есть. Ну что, мне патроны нужны очень. Пусто. Чё ж такое-то? Ладно, погнали в то здание, все. Хер ли тут делать, в принципе. Почему не бежишь? Давай беги. Беги, 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 беги. Родной. Залазим. Проскользнуть вниз. О, да. Такс. Лестница есть, по которой я не могу, как всегда, пройти. Отлично. Чё, заходим? Осторожнее внутри. Камеры сняли, как туда хлынула толпа. Нянечки увели детей внутрь, но никто не вышел. Что здесь маленькие зомби будут, что ли? Я сомневаюсь в этом. Музыка, конечно, специально сделали. Паскуды. Чтобы наши нервы пощекотать. Погнали, погнали. Дайте мне патронов. Ой, пусто. Я хочу патронов. А в какую дверь? Сюда? Или вот сюда? Посмотрим. Заперто. Шкафчик. Тоже пусто. А чё же в нем было бы? Детка неожиданность. Тебе нужны лекарства и больше ничего. Хватай и беги. Понял. Хватай и беги. Вся игра такая у нас сделана по этому принципу. Хватай и беги. Ух, ёпта, тут раздевалка. Можно открыть. Во. А теперь открыто. Хорошо. Так, идем дальше. Вот у нас детишки. Учились. Какого хера? Это кто? На мразь. Говорю, патронов мало, сам трачу. Отлично. Так, эту можно захерачить. Лаптой. На мразь. Вот, пусто, ну. Ну прикалывайтесь. Шкафчик. Дайте мне патронов. Темно. Обыскать. Патроны не дают. Отлично. Тоже пусто. Зашибись. День удался, как всегда у нас. Обыскать. Есть что у нас? Ни хера нет тоже. Так, ладно, пошли сюда. Во, блин. Еще и взламывать надо. Давайте. Так.
Давай, 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 давай. Вот так вот. Готово. Так. Оружие возьмем. Какое? Ну, вот такое, в принципе. Пистолет, что у меня там? Один патрон? Что за бред? Нет, 6. Ладно. Так, куда дальше? Второй этаж есть. Шли вниз пока. Не очень хочу это делать, конечно. Кто там? Ну ты... Паскуда! Ай-я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 й! Гори, мразь! На тебе! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Поджег свой пукан! Гори! Скотина! Лапту-лапту возьму! Вообще урон не нанес! Зашибись! Истратил только коктейли Молотова. И жизни потратил. Подохни! Прикончить! Прикончить, прикончить, обыскать. О, ух ты, классно. Патроны для... Чё там? Для карабина, что ли? Разрядимся тогда. Да. Аж 2 патрона. Классно. Все, пошли дальше. Так, что у нас здесь? Я так и не обыскал. Хера, тут нет ничего. Вползти? Ух, ё... Дрык какая-то. Пошли, пошли. Закрыто. Толкан. Чё за хрень? Это чё? Это чё такое? Ну нахер. Пошла в задницу. Сканер. Там какая-то тварь, кстати, ползает. Охереть. Тоже закрою. Мыши. Пусто. Ну нахер. Чё так стрёмно-то здесь? Для такой двери нужен электронный ключ. Тебе такой не попадался? Нет, не попадался. Я даже знаю, походу, где он. Чё это? Чего? Охеренно. Так, нам туда тогда. Зря я сюда убежал. Погнали. Где эта мразь? Чё это? Обыскать. Вот он. Фу. Легко. Дверь заперта. Так. А сюда? Есть. Попали. Попали, попали. Ой. Блин. Обыскать. Пусто. Да чё ж такое-то? Обыскать. Пусто. Бред. Тут пол сломается сейчас. Оп. А я пробежал. Так. Все, антибиотики готовы. Ну ты, ну блин, я так и знал. Ну хрень. Ну это ненормально. Я бы не пошел по этому полу назад. Я так и знал, что он упадет. Что за бред? Сбежать из яслей. Ползти. Не-не-не, стоп. Обыскать можно что-нибудь? Охереть тут стрёмно. Чё-то здесь кто-то звук издает. Дверь. Так, проверим шкаф. Чё-то у меня фонарик быстро кончается. Жесть какая-то. А я могу через эту дырку выползти? Где она здесь была? Где-то. Вентиляция, ты где? Вообще ни хера не видно. Вот она. Ну-ка попробуем. Давай. Пошли, пошли быстрее, пока фонарик работает. Чё за... Я тебя теряю. Чё за говно? Тут сожгли всех? Ёпта. Охереть. Так, там походу этот монстр летает. Это паскуда, которая... То исчезает, то появляется... Бред какой-то. Закрываем. Так. Я не могу, кстати, сканер включить, он не работает. Почему? Почему он не работает? Чё за... А у меня фонарик выключается. Чё за говно? Это ещё... Чё за херня?
Чё за херня? На, падаль. Калаш студию. Чё за бред? На, мразь. Ах ты тварь. Где она? Ах ты, падаль. Иди сюда. Да подохни. Готово. О, да. Я счастлив. Была ни при чем. Ну-ка, покажи его поближе. Какого хера? Вот это я очканул. Хух. Хух. А 9? Что за бред? Цифра 9. 1. А где выход? Паскуда. Обыскать. Пусто. Пусто. Охереть. Охереть. 1-9. Так, мистер зомби. Блин. Тут пароль нужно вводить. А какой пароль? 1-5-9. Так, помню, 1 был. 5-9. 1-5-9-2-1-5-9-3 1-5-9-4 1-5-9-5 1-5-9-6 1-5-9-7 1-5-9-8 Есть! Даже цифру не искал. Отлично. Черт, у меня фонарик, кстати, дохнет. А куда дальше-то? Что за бред? Чё это? Чё-то лежит? Чё это такое? УМП-45, если не помню. Нихера себе. С этой штукой тебе почти никто не страшен. Я автомат нашёл. Ребятушки, я автомат нашёл. Ну-ка в студию его. Так, у меня сейчас фонарик сдохнет, кстати. На однёрочку. Или на как, куда я поставил? На четвёрочку. Вот он. Патронов нету. Не зря я взламывал эту дверь. Это не выход, конечно. Но все-таки. Так, выход у нас вот здесь. Потушим. А куда дальше? Стой. Сейчас. Ой-ой-ой-ой-не-не-не-не-не-не-не! Там эта падла, которая взрывается, кстати. На, мразь! Черт! А, рюкзак мой. Где там жрачка-то? Сожрать? Да твою мать! Так, использовать. Есть. Есть. Все, отлично. Так, просканируем все. Всякая хрень что-то валяется здесь. О, патроны. Ништяк. Патрошки. Для дробаша патрошки нашел. Фонарик. Что еще? Еще для дробаша? Ух, нихера себе. Чуть мне так патронов много дают. Рюкзак полный. Надо что-то выкинуть. А нет, лучше вот перезарядить. Вот так вот. Так, это для дробаша. А для винтовки не пойдут? Нет. Ну, я выкину вот эти вот херни, чтобы не мешались. И возьму себе аптечку. Вот так вот. Так, что еще не взял? Что такое? Что-то еще лежит. А, это мое дерьмецо, которое сбросил. Все, валим отсюда. Пора валить. Быстрей, быстрей, быстрей. Такс. Ух ты, ё. Прям направляется орда. Прямо сейчас они ломают дверь. Пошел нахер! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай, патроны кончились! Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Куда бежать? Черт! 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 Ох ты, твою мать! Етить колотить! Колотушка! Колотушка, колотушка, выход мне давай! Есть! Это выход! Это долбанный выход. Все, я пришел. Куда я пришел? Ух, назад. Такс. Вот дерьмо. Нужно аптечку поставить на всякий случай. Что с патронами? С патронами не фонтан. Не торт. Так, сюда. Опля. Погнали отсюда. По-бырому.
чё он сюда даже забраться не может? Лузер. Фонарик, который сейчас у меня сдохнет. Такс, куда я залез? Куда ты залез? Все, выбегаем отсюда херам. Дверь заперта. Дверь заклинила. Ну твою мать. Попробую починить и открыть ее отсюда. Дай мне минутку. Прикалываешься? А как мне залезть-то? Готовься, солдат! Чумные! Чего? Идут. К чему готовиться? Ну твою же! Вы что, прикалываетесь надо мной, я не понимаю. Какие чумные? Пошли в жопу. Ой-ой-ой-ой, походу они сзади еще идут. Открой дверь, паскуда. Открой дверь, мразь. Они за мной бегут. Тварь, открой дверь. Мразина. Пошли. Пошли нахер. Мрази. Пошли нахер. Открой дверь, мразь. Пусти меня. Я тороплюсь, как могу. Паскуда. Между прочим, я не принял предложение Викрама. Быстрей, 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 быстрей. Быстрей, быстрей, у меня патронов нету. Черт! Чтобы сдохли, падлы! Ай-яй-яй-яй-яй-яй, давай! Давай, давай! На, мразь! Пошел, 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 пошел. Почти готово. Не бросай меня сейчас! Мразь, да ты издеваешься надо мной. Беги, 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 беги. Мне нечем даже в них пулять. Черт! Черт, я сейчас сдохну! Я сейчас сдохну! Я сейчас сдохну реально! Он даже не бежит. Валим, 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 валим. А я далеко отошел уже оттуда. Черт, аптечку надо заюзать. Придется сожрать. Быстрей! Да быстрей ты беги, ты паскуда! Мразь, ненавижу тебя. Закрыть. Фух. Так, залазим. Ну нахер. Ну их в жопу. Пошли нахер, паскуды. Закрыть. Все, валим отсюда. Твою мать. Да. Да уж. Дела делишки. Дела делишки. Валим. Ну нахер. А где выход? А вот. Бежим, 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 бежим. Ху. Это просто издевательство какое-то прям. Я даже не знаю, как сказать по-другому. Пропустить. Карта не показывает, просто радар. Ладно. Чё за бред? Почему звук такой был? Сканер? Не, нихера нет ничего. Побежали. Давай, 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 давай. Выход? Походу нет. Эй, меня кто-нибудь слышит? Кто это? Помогите. Чего? Трое в церкви Святого Георгия на Брик Лейн. У нас спасти есть девочку? Вода, даже пистолеты. А пошла ты нахер. Мне нужно топливо взять. Слышит, иди ты нахер. Помогите, прошу вас. Так, вход. Помогите. По-моему, явная ловушка. Вокруг церкви неспокойно. Я удивлюсь, если там хоть стеклышко целое осталось. Не говоря о заныканной куче пушек и еды. Что за бред? Так. А, на тройку и на однёрку. Какую-то бабу надо спасти. Так, а тут, кстати, уже, походу, зомбаки орудуют вовсю. Сейчас посмотрим. Поднять. Во, блин. Этого чувака сожрали. Ой-ой-ой, вот он. На, мразь. Ах ты толстый кабан. Грязное дело, по-любому. Блин. Но не забудь забрать топливо. Оно по праву твое. Насколько я знаю Викрама, он держит давай, давай, давай. В безопасном месте. Пройди его систему безопасности. Да, блядь. Давай. Давай. Кстати, эта херня жизнь спасла. Видели, там зомбака я пульнул прям в шею. Пригодится. Такс. Ну все, виллы, тут у них дом. Все, нету дома. Капец ему. Странно, на второй этаж я подняться не могу. Очень странно.
Карта обновилась. Ну что, давайте доставим топливо. Назад, наверное. Или что мы будем делать? Можно до точки дойти. Вот сюда вот. Так, ну-ка, что у нас здесь? Ага, дверь с магнитным замком. Взлом! Вот так вот. Есть. Закрой. Ага. А вот нарисованный у нас домик. Можно, кстати... Так, улучшение. Можно сейчас туда пойти и сохраниться там. Лучше дробовика. Ух ты, только помповый дробовик. Я дробовик поднял. Ну-ка. Где он? А как он? Вот он! Ну-ка на... поставим на тройку, наверное, его. Вот так вот, чтобы посмотрим, что за дробаш. Ух, нихера себе. Классно. Такс. Давайте сюда войдем. Пошли, 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 пошли. А где наш вход в убежище, кстати? Что-то я его не вижу. Подальше, может быть. Ну, сейчас, по идее, у нас должно получиться, вот он, заправить генератор топливом. У нас должен там свет, в принципе, появиться. Сейчас посмотрим. Давай, залази. Есть. И нам нужно убежище вот сюда вот. Да, как раз это у нас по миссии. Полетели. Полетели, полетели. Бунд-стрит. Пропустить. Такс. И нужно заправить нам генератор. Тупик. Где вход-то? Наш халупу. Вот он. Сюда, 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 сюда. Где генератор? Так, добраться до собора Святого Георгия. Что, мне нужно генератор заправить? Это выход. Это выход, это сохранение. И где-то у нас вот здесь вот он, кстати. Что-то не найду. Что за бред? А, он же где-то здесь был. Вот он. А чё не работает? Ах ты падаль. Нихера нельзя заправить. Во, блин, давайте сохранимся. Охрененно просто. Просто зашибись. Сохраняйся. Давай, 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 давай. Все, отлично. Так, кажется, сохранились. Проверим, давайте, свой арсенал. Что у нас там есть хоть? Пушек до хера, но только толку от них нету. Патронов нету. Обыщем. Это жрачка, да? Я так понял. Большая аптечка есть? Пригодится. Пригодится. Бомбочки. Я даже не знаю, что выкидывать. Патрошки. Можно прокачать, наверное, оружие. Ну-ка попробуем. Что-нибудь сделать. Пистолет, автомат. Что дальше-то? Это улучшить. Арбалет. Вообще, просто у меня на месте он стоит. Так, нет, ну-ка назад. Дробаш. Вот так вот. Отлично. Пистолет. Все что ли? Почему-то одно улучшение у меня еще. А, вот так вот. В принципе, здесь каждая деталь, наверное, для отдельного оружия. Закрыть. Что мне выложить? Я даже не знаю. Патроны дохерища у меня. Сундук, рюкзак. Очень странно. Здесь вообще патронов нету. Можно вот эти коктейли выложить, потому что они, я думаю, нахер мне не нужны. Это тоже. Гранаты. Тоже выложу. Вот так, налегке пойду. Так, поставил отметки на оружие, где у меня есть патроны. Так, погнали. Куда там нам надо-то? Походу сюда вот. Нихера не вижу. Да? Сюда вот. Давай, проскользнуть вниз. Сделано. Дальше. Такс. Это мы уже обыскивали здесь все. А дробаш-то у меня на какой кнопке стоит? Однёрка пистолет на тройку, что ли, поставил? Ага. А здесь, наверное, и зомбаков-то нету. О, перезарядимся. Зашибись. Вперед. И куда-то вот сюда мне. Вот сюда. Чего? Нужен сканер.
Готово? Нужно сканировать. Я же вроде сканировал, нет? А, вот он. Долго сканирует. Очень-очень долго. Готово. Поехали. Закрой дверь, чтобы со спины никто мне не пришел. Ништяк, доски. Тут ты. Я думал, патроны, а вот патроны. Для пистолета. Перезарядимся. Тогда пойду с пистолетом. Так, подгрузка у нас была. Все, спускаемся вниз. Давай, 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 роднуля. Давай, быстрей. Темно как. Ну, поняли, как где, да? Тут посветлее уже. Мне кажется, тут локация одинаковая. Ага. Есть, улучшение разброса. Класс. И залезем вот в эту дырочку. Как всегда, тут ни хера нету. Погнали к двери. Что-то реально, что еще темнее стало, мне кажется. Опять загрузочка. Подождем. Бекингхам. Пропустить. Так, фонарь-то работает хоть? Забрать топливо с заправки. Заправить генератор. Чего? Что за бред? Спасти девочку. Найти девочку в соборе Святого Георгия. Так, кстати, а что у нас там миссия? Я разве не прошел ее? Так, взрывчатка. Мои задания. Забрать топливо с заправки. Чё за бред? Я же взял его, это топливо. Что-то хрень какая-то. Ладно, поехали сюда. Очень странно. И чего я так суечусь? Ладно, если она не врет насчет припасов, давай попробуем добыть хоть часть и не угробить твою жизнь. Но отправляйся налегке. Если это ловушка, потеряешь все. Охереть. Так я отправился налегке. Мыши. Мина. Так, началось, да? Ага. Биту, что ли, взять? Патронов и так нет, ни хера. Ну, идите, нападайте сюда. Мышка. Мышка, мышка, мышка. Пошел нахер. А, как мне выйти отсюда? Мразь. Падла. Валим, валим, валим. Не могу пройти. Очень странно. На тебе. На тебе. Так, 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 бежим. Бежим, 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 бежим. Бежим. Еще бежим. Еще бежим. Уйди. Прикончить. 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 Я застрял. Дробаш. Твою мать. Да вы издеваетесь. Продолжить. Сожрали к херам. У меня там оружие было. Зашибись. Ладно, хоть ХП восстановится. Давай быстрее уже. Я там, походу, генератор не заправил. Почему я взял его? Очень странно. Давай быстрее возрождайся. Быстрее, 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 быстрее. Ты меня вообще не слушаешь, да? Забрать топливо заправки. Пошли, короче, к этой заправке. Ищи номер первый. И больше никого. Где нахер? Так, где это? Где это? Спенсел Грин. Сюда, что ли? Очень странно, ли топливо я не взял? Бред какой-то. Ты посмотрим. Так, заправка. А, пошли. Там уже, в принципе, никого не будет. По идее. Сейчас выйдем, посмотрим. Так. А где топливо-то? Я что-то не понял. А, где это топливо? Прикончить. Подохни. Подохни, мразь. Обыскать. Мина. Неужели я не взял здесь топливо? Бред какой-то. Ну и где оно? Где оно? Где-то сраное топливо. Открыто. Открыто. Очень странно. Что, топлива здесь нет ни хера? Я реально что-то брал там. Вроде топливо.
Без понятия вообще. Запутанная миссия. Ну где, 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 где? Выйти. Может выйти отсюда? Это сраное топливо здесь. Вот отсюда может быть? Заправки нет, не могу. Возле машины что-то лежит. Очень странно. Ну-ка, погнали. Посмотрю. Давай, 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 роднуля. Ну, еще один очнулся. Зашибись. Пистолетные патроны. Отлично. Да мразь, подохни. На тебе. О, патрон для автомата. Отлично. Хоть патрошки. Теперь у меня есть. Еще один. Вернее, одна. Обыскать. Аптечка. Ух ты, как классно. Ну, другое дело. Но топливо я так почему-то и не нашел. Закрыть. Еще раз войти. Я когда сюда зашел, я что-то взял там. Это было фактом. Я реально там что-то взял. Ну-ка, миссию еще дайте глянем. Так, снаряжение, мои задания. Заправить топливо с заправки. Забрать топливо с заправки. Заправка, заправка. Заправка, заправка. Выход. Вот она заправка. И как его здесь, что здесь забирать? Эй. Мужик. Дай мне топливо. Мужик. Что-то валяется опять. Сигнальный огонь. Шоколад. Пусто. Твою мать. Хер его знает. Нету ничего. Очень странно. Давайте опять зайдем сюда. Стоп, стой, стой, иди сюда. Почему-то миссия висит. Очень странно. Систему. Там было вроде система безопасности, да, что-то взламывать надо было, но я же там прошел. Нет? Разве? Может быть у меня генератор что-то глюкнул. Что-то не хочется заправлять. Ну-ка посмотрим. Ну, здесь я был, правильно? Что такое здесь? Закрыть, закрыть. Забрать топливо с заправки. Надо доберитесь до топлива при помощи скан хакера, забрать топливо с заправки. Проверить генератор. Закрыть. Твою мать. Где забирать? Вообще без понятия. Что у нас там? Шоколад. Он мне не нужен. Хер его знает, я же здесь все сделал. Очень странно. Систему безопасности взломал. Бред какой-то. Ладно, спускаемся вниз. Хер ли делать еще? Так, 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 так. Пошли, 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 пошли. Отправляемся назад. Грид Лейн. Отметка здесь стоит у меня. Рынок. Убежище. Я так и не понял, что за бред. Пошли в убежище. Может, глюк какой? Очень странно все это. Если глюк, это будет... Забрать топливо с заправки. Заправить генератор. Да, давайте еще раз к генератору подойдем. Где-то здесь он. Куда я? Вот он. Ни хера, ничего не происходит. Найти девочку с, в соборе Святого Георгия. Так, что, пошли, мне нужно забрать хотя бы шмотки свои. И у нас выход. Шмотки, шмотки, шмоточки. Выход, 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 выход. Здесь вот вроде выходили, да? Так, это туда выход. Заблудился, вообще жесть. Сохраниться, сохранялся уже. Я хочу шмотки свои забрать и свалить. Нужно как-то разобраться с
с этим топливом. Пошли. Пошли. Пошли, 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 пошли. А, ну здесь я знаю, куда бежать. Давай по-бырому. Загрузка. Давай быстрее. Сейчас доберемся, шмотки хочу забрать свои. Очень странно. Систему безопасности взломал. Может, я просто канистру не нашел там? И она стоит. Бред. Давай беги. Так, пошли сюда. Загрузка. А, спускаемся вниз. Быстрей. Шмотки хочу свои отвоевать. Давай, 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 давай. Спускайся. Есть. Сюда. Потом сюда. Бежим сразу вот сюда. Открываем. Загрузка. Такс. Быстрей. Прогрузиться. Забрать топливо с заправки. Да я знаю, что забрать, но я что-то я не знаю, где его найти. Забраться. Спасти девочку. Найти девочку в соборе Святого Георгия. О как. Так, мой трупак где-то здесь должен быть. По идее. По идее, какого... Чё за бред? Чё за бред? На, падаль. А, это я! Я сам себя мочу, кстати. Валим. Валим, 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 валим. Черт. Я свой труп мочу. Ах ты, падла. Давай, давай, вводи, вводи. Вот так вот. Есть. Вроде сдох. Ага. Ах ты, еще одна. Мразь. На тебе. На тебе. Я хочу вернуться в свое убежище, кстати. Сейчас все заберу. Так, это все мое. По праву. Такс. И обыщем. Надо с той миссии что-то решать. Так, 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 так. Валим. Валим, 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 валим. Хочу назад в убежище и сохраниться. Дорогу, в принципе, помню. Так, у меня здоровья нету. Как раз восстановится, когда посплю. Прогрузка. Быстрей. Гу, 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 гу. Убежище. Я понял, что убежище. Так, куда идти-то? Где выход? И этот сраный выход. Вот сюда нам. Такс. И потом вот сюда. Лестница. Найти девочку с собой Святого Георгия. Не знаю, может перезайти мне просто-напросто надо. Чтобы игра опять заработала. Странный глюк, конечно. Или я что профукал? Не может быть. Все, погнали, погнали в убежище в наше. Быстрей, быстрей. В принципе, миссия новая появилась. Если что, можно будет ее потом проходить. Так, давай. Пролази. Рвем когти. Рвем когти в убежище в наше. Здесь свет есть. Да газуй ты быстрее, а? Родной. А вот наша дверька в убежище, которая ведет. Странно, тут свет горит уже. Ха! А почему? А генератор у нас разве работает? Ну-ка, давайте посмотрим, где он. Вот он, да? Он заработал, кстати. Это глюк игры был, ребята. Хо-хо-хо-хо-хо. Я же говорю, что-то не так. Само исправилось. Классно. Но почему-то... Да, наверное, все-таки перезайти нужно. Ладно, давайте на этом пока что закончим. Сохранюсь, с вами был Турбо Ёжик. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и продолжим проходить следующие части. Пока.